И снова добрый день, дорогие мои. Чё я ржу, это просто третий дубль вступления. Так получилось, потому что когда я читал описание водки, я немножко ржал. Но сейчас постараюсь быть серьезным. Очень долго, во-первых, я думал, что конкретно я буду снимать. Потому что украинской водки я навез более-менее нормально. Но после вот этого вот трешачка, честно говоря, сниматься страшновато. Поэтому я выбрал ту, которая теоретически должна быть полной противоположности. И мы, господа, имеем президентский стандарт. И про эту водку у меня тут распечатано описание. Сейчас начнем. Прекрасный напиток, водка президентский стандарт, в специальной бутылке штоф ручной работы. Верю. Водка элит-класса. Хорошее начало. Имеет особый вкус в лучших традициях классических водок. Блин, водка элит-класса в лучших традициях классических водок. Вы там сами понимаете, что на сайте пишете? И обладает исключительно мягкостью. Проверим. Изготавливается из спирта люкс. А нельзя было из альфы, из пшеничной слезы сделать. Очищенной природной кристально чистой воды и натуральных компонентов по классической технологии изготовления украинских водок. Вот сейчас страшно стало. Неповторимый вкус и мягкость. Вот неповторимый вкус. Меня пугают такие вот вещи. Достигаются за счет особой технологии и специальных добавок. Изготавливается по классической схеме, опять же, элит-класс по классической схеме. Вкусовые ароматические добавки, только натуральное растительное сырье из экологически чистых регионов Украины. Где? Где на Украине, а мы сейчас поговорим на тему на и в, экологически чистые регионы? Ладно. Президентский стандарт, что самое интересное, официальная водка государственных и международных мероприятий, проводимых на высшем уровне в Украине. Вот здесь в, а я говорю, что на. Почему? Потому что в ввели при Кучме, да? А на писал еще Шевченко. Як умру, то поховайте. Почитайте, пожалуйста, мене на могиле. Серед степу широкого, на вкраїні милий. Все. На вкраїні, понимаете? На. Если вы хотите в, езжайте в Кубу, в Бали. Не знаю куда. В Мальдивы, в Урал, в конце концов. Но на, понимаете? На. И все. По крайней мере, вы можете говорить, как хотите, но у меня на эту тему свое мнение. Производитель Житомирский ЛВЗ, объем 0,75, крепость 38. Крепость 38. Значит, смотрите, водка для официального высшего уровня украинского. В России для этого есть Кремленный Ворд. Она у меня когда-то была на обзоре. В Беларуси есть водка со скромным названием Президент. Но достать ее физически невозможно, потому что она только на тех самых приемах и никак более. Здесь несколько демократичнее. Президентский стандарт, горилка особливо. Горилка особливо. О, вот так. Снизу подписано, что украинская горилка, ну, чтобы вы ни с кем не попутали. Трезуб, естественно. И, господа, водка, используемая на приемах в высшем свете, на государственном уровне, с криво, блин, наклеенной этикеткой. Класс! Житомир, молодцы. Молодцы. Это просто вот, вот это меня убило, честно. Реально, криво наклеена этикетка. Чуть-чуть, но есть. И это водка для официальных мероприятий. Но бутылка классная. Бутылка мне нравится, пупырышки такие интересные. Ладно. Состав. Вода питьевая подготовленная, спирт люкс, глюкоза, натрий. Чё? Лимонно-кислый, что ли? Точно. Глицерин. Опа, глицерин. Эфирная оливка. Эфирное масло дикой морковки. Эфирное масло дикой моркови. Житомир, вы там что, что-то дунули запрещенного, да? Мне просто интересно. Не, я понимаю, что если не дунут, никакого чуда не произойдет. Но, блин, ну... С другой стороны, может, это и хорошо. Что такое дикая морковь, я не знаю. Теперь вопрос, как ее открыть. Потому что здесь нечто вроде сургуча такого, серьезного сургуча причем. Кстати, к вопросу о цене. Вполне демократично, 10 баксов. Бралось это в Днепре, в каком-то сильно алкогольном магазине. В каком, не знаю. Эту каку пока кладем сюда. Что дальше делать, непонятно. Даже здесь... Выбит этот трезубец. Кстати, к вопросу, почему я сегодня без закуски. Я честно решил, что ну президентский стандарт. Ну, ребят, ну водяра, которая там вот должна быть. Ну, наверное, она должна заходить и без закуски. Крепость, кстати, 38. Спорная, с моей точки зрения, спорная. Ну, хрен его знает. Слушайте, может, вот за эту веревочку надо тянуть. Тут вот хвостик есть.
Так. Оно даже в глаз попало. Смотрите, какая смешная пипка. У нее есть пипка. Ну, это прикольно. Реально, это прикольно. Как бы я тут ни издевался, конечно, но это действительно прикольно. И открытие продумано. То есть, не надо этот сургуч, я не знаю, что с ним делать. Но я же ждал волшебный пук. Хоть какой-то. Волшебного пука нет. Есть прикольная пипка. Прикольная пипка, в которую эта пипка входит. Короче, наливаю. В руке держать неудобно. Наливается хреново, сразу говорю. Наливается откровенно хреново. Но, может быть, это фишка. Конкретно вот этой водки. Ну что, президентский стандарт с криво наклеенной этикеткой? Давай. Дикая морковь. Ну, пахнет хорошо. Пахнет хорошо, это да. Ну как вам сказать? Честно, я ожидал намного большего от нее. Во-первых, жжение. Жжение такое достаточно интересное, которое приходит позже. Обычно редкое явление, но вот сейчас начинает жечь, конкретно жечь. Причем пополоскал же ее, погонял по рту, глотнул, все было классно. И вот я даже удивился, думаю, что я ее 5 минут обсирал тут до того, хотя... А сейчас понимаю, нет, все нормально. Все нормально. Водка. Да, это водка. Да, это нормальная водка. Это хорошая водка. Но вот это жжение, которое приходит через не то, что там 2 секунды, через 5, через 10 и держится до сих пор, вот это мне не нравится абсолютно. Хотя мягенько. Входит она очень даже мягенько. Поэтому наливаем в две посуды. А, надо открыть, извините. Нет, ну, вот как она льется, мне не нравится все. Тем более из житомирской водки у меня что-то было года... Тяжелая, паразитка. У меня из житомирской водки что-то было в позапрошлом году. По-моему, старый Житомир. И не зашла она мне вот от слова совершенно просто. Совсем. Но она и была на спирте высшей очистки, чего я уже давно не видел ни по России, ни по Беларуси. Ну что... Опаньки. Это кто так дает? Глюкоза, натрий, лимонокислый или эфирное масло дикой моркови? Очень интересный запах отсюда. Серьезно. А запах знаете на кого похож? Отчасти, наверное, на Онегина. Но Онегин жестче. Онегин жестче без вариантов. Но вот запах чем-то напоминает. Вот это вот что-то чуть-чуть какое-то сладковатое такое в запахе. И оно есть. И оно из коньячного чувствуется сильно. А отсюда нифига. Сейчас чуть-чуть продышаться после этого. Но реально из коньячного чувствуется, и это очень интересно пахнет. Правда. Вот это вот реальный плюс в копилку Житомирского завода. Действительно пахнет оно вот из коньячного класса. Нифига. Откровенно, нифига нету. Ладно. Давайте уже отсюда тогда. Как там писали про нее? Где мои волшебные листики? Неповторимый вкус и мягкость. Значит, неповторимого вкуса здесь нет. Я вам сразу говорю, мягкость есть. Мягкость есть однозначно. Запах из коньячного классный. Просто. Это плюсы. Насчет, хочется ли закусить. Я уже честно думал после первой, что пойду подрежу яблочко, сделаю перерыв. Но в принципе пока все хорошо. Пока все хорошо, то есть она действительно заходит. По довольно демократичной цене. Ну как демократичной? Если 10 баксов для водки, это демократичная цена. Но если 10 баксов для водки с государственным уровнем понтов, то это нормально. То это, в принципе, вопросов нет. То есть тут
Претензии-то ушли куда-то. Кроме, конечно же, криво наклеенной этикетки. Ну как? Как? Простите, можно вот это делать? Ну, еще один плюс, объем 0,75. Кстати, что интересно, еще кратенько выскажусь. Когда я ее брал в магазине, она продавалась именно вот в таком виде. На сайте производителя она есть, но в штофе она идет или с рюмками, или в подарочной коробке, там уже вообще сильно задорого, там уже понты. У меня есть подозрение, что в алкомаркете в этом работают некоторые ушлые ребята, которые просто упаковочку распаковали, это выставили отдельно, а рюмки, наверное, продают отдельно. Так встречается, так бывает. Но вот я, честно говоря, именно вот в таком виде, в продаже отдельно, без ничего, не нашел, только в обычной бутылке. В штофе не было. Ну, может, на сайте просто не указали, а может быть, и я прав про ребят из магазина. За это я вину. Ну, во-первых, из рюмки я больше пить не хочу. Поэтому заключительную будем пить вот так. И вот сейчас вот эта претензия, она у меня с первой рюмки была не оформлена. Я сейчас налью на два раза сразу. Была не оформлена, сейчас я ее понял. После нее чуть-чуть какая-то горечь вначале проступает. Мягкая, очень мягкая горечь, то есть она не дерет ни горло, ничего, но она есть. Может быть, это та самая морковка. Из минусов отмечу глицерин. Ребята, что вы там глицерином собрались смягчать или раскрывать вкус? Глицерин льется в нескольких случаях. Первый. Водка на Альфе, и надо раскрыть вкус спирта. Этим занимался в свое время Таспиртпром. В самом начале, когда выпустили Тундру на Альфе, и говорили, что глицерин добавлялся именно для раскрытия вкуса, потому что народ Альфу не понимал, когда она появилась. Вариант второй. Вам надо сделать, чтобы водка в подмороженном виде была тягучей. Знаете, люди любят, чтоб тянулась. Вариант. Вариант третий. Если у вас водка говно, и надо ее исправить. Тоже используется глицерин. Очень мало уже производителей в России и в Беларуси с глицерином связываются. Но здесь, когда идет президентский стандарт, опять же с криво наклеенной этикеткой, когда оно официально на всех там банкетах и так далее и тому подобное, сюда докидывать глицерин, ну, ребят, ну что вы делаете? Может, конечно, вам морковка ваша дикая помешала, вкус у нее, может, это горечь от нее, так хорошо, убирайте и то, и другое. Водка-то нормальная. Водка-то реально нормальная, но тогда может пропасть вот этот вот запах. Хотя я думаю, что крайне мало людей, которые на официальных государственных приемах будут искать коньячный бокал, чтобы бахнуть вот эту водку. Поэтому хрен его знает. Но реально по качеству, по общему качеству, по общему уровню водки вопросов нет. Серьезно. Да, я, конечно, могу доколупаться к этикетке, я могу к составу, морковка это дикая, это вообще что-то с чем-то. Но, блин, ну вот ее понюхаешь из коньячного, и все вопросы уходят. Просто. Серьезно. В принципе, за то, давайте так, половиночку, за то, что эта водка, ну, удалась. Это одна из немногих украинских водок на данный момент, про которую я реально говорю, что водка удалась. И это хорошо. Да, чуть-чуть вот эта легкая-легкая горечь. И вот сейчас все равно приходит жжение. Да какого ж хрена, ну. Понимаете, что там написано? Элит-водка, да? Как там? Элит-класса. Водка элит-класса, ребят, может питься вообще без закуски и без ничего. Она заходит мягко и хорошо. Оно не элит-класса. Это просто хорошая качественная водка, которую Житомирский завод почему-то причислил к элиткам. Ну, в принципе, ладно, причислили так причислили. Именно конкретно плохого я про нее сказать ничего не могу. Вот как-то так. За исключением некоторых других образцов, которые я привез, вот они стоят сейчас там за камерой, и как минимум про два из них я думаю, нахрен я вообще это брал. Ну, взял так взял, по крайней мере снимем. Так что за вас, дорогие мои, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что вы ждете следующих видео, выходящих с пугающей периодичностью. За то, чтобы все у нас у всех было хорошо. И за то, чтобы вот эта водка не изгадилась. Потому что есть такое свойство у украинских водок гадиться со временем. На данный момент меня здесь устраивает практически все, кроме вот этого вот жжения потом. Даже эта горечь устраивает. Она нормальная. Она какую-то свою даже изюминку, наверное, вот вносит. Но, конечно, жжение потом
Это не водка элит-класса. Это не элит-класс, это водка все-таки требующая закуски. Вот жалко, яблочко не подрезал, надо было, потому что чисто проверить, как оно под закуску, ну проверю уже позже. Как говорится, сейчас все равно пойду предварительный монтаж этого всего делать, там и гляну. Еще раз за вас и всем пока.